Сильный пожар произошел сегодня в Дзержинске. Полыхнуло на промзоне на одном из химических предприятий. Языки пламени поднимались на десятки метров, клубы черного дыма на сотни. Я хорошо там настроен. Да если что, переехать можно туда. Ну горит вообще красиво. Что-то горит. Сказали, цистерны какие-то. Скорые проезжали, пострадавших не видел. Я сам ехал на машине. Ого. Взорвалось только что-то, да? Да, да, да. А что здесь происходит? Без информации. Если честно, я сам ничего не знаю. Ну вот мы слышим взрывы какие-то. Ну, я вам просто говорю. Я даже не знаю, что там горит. Ну, 20 назад примерно у меня и сообщение сюда прошло. Это сказали, газосмазочный, еще что-то такое горят. И все. Ага. Горючий смазочный. Цистерна какая-то. Все, извините, мне надо. С продуктом цистерны горят. А из-за чего возгорание произошло? Никто не знает. По рангу пожара номер 2 оперативно сюда были направлены подразделения всех видов пожарной охраны. По прибытию наблюдалось интенсивное горение на площади порядка 800 квадратных метров. Ранг пожара был повышен до 3-го. В результате разлива емкостей предварительно с растворителями ряд других веществ. Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров. На данном пожаре задействовано более 90 человек и 30 единиц техники. Прибыл пожарный поезд, который сейчас в данный момент работает интенсивно на локализацию пожара. Собственно, производство? Ребят, без комментариев я не прошу. Скажите, пожалуйста, в чем причина возгорания? Из-за чего? То есть говорят, что загорелась цистерна. Ребят, почему? Мне надо работать. Среднее предприятие, называется ЛТД Трейд, занимается производством лакокрасочных изделий, растворителей. Не было в нарушителях никогда. Первый инцидент с ними. Я думаю, что сейчас службы разберутся, в чем причина пожара, там, нарушение техники безопасности или там, какие-то другие стечения обстоятельств. Дальше уже из этого будем делать выводы. Кстати, общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Проверку ведет прокуратура, причины устанавливаются.